Многодетную мать и пятерых детей все-таки выселяют из квартиры. Светлана Мамина не смогла отстоять свою позицию в суде. Она оспаривала решение бывшей свекрови выселить ее из квартиры и тем самым лишить внуков крыши над головой. Напомню, Светлана Мамина с детьми 10 лет жили в квартире, принадлежащей свекрови, и были в ней прописаны. После развода Светланы с ее сыном бабушка решила распорядиться жилплощадью по своему усмотрению. В 2017 году выписала внуков и бывшую сноху из квартиры. Через суд потребовала выселить их, но многодетная мать обратилась со встречным иском. Просила разрешить ей жить в трехкомнатной квартире, пока не получит сертификат на улучшение жилищных условий. Но суд встал на сторону собственника, то есть свекрови, и принял решение, Светлана Мамина и ее пятеро детей должны освободить жилплощадь. Сейчас женщина наняла адвоката, собирается обжаловать решение в областном суде. Чувство, конечно, какой-то обиды, что никто, получается, ни государство, никто не защищает этих детей, кроме, в принципе, меня, матери. Буду обращаться к Куйвышеву, поеду к Куйвышеву за помощью, пускай мне как-то дадут мое жилье, продвинут меня по очереди. Или хотя бы временное что-то.